Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах, и сегодня мы с вами произведем подкормку томатов сорта монгольский карлик кальциевой селитрой. Кальциевая селитра содержит 15% азота и 27% оксида кальция. Она полностью и быстро растворяется в воде, что позволяет быстро доставить питательные вещества к растению. Основная задача кальция – это развитие и защита корневой системы от различных поражений. А также кальций является прекрасным раскислителем для почвы. Удобрение представляет собой гранулы, которые полностью растворяются в холодной воде за 10-15 секунд. Приступаем к подкормке. Берем столовую ложку удобрения, высыпаем ее в небольшую пластиковую баночку, заливаем небольшим количеством воды. Хорошенько взбалтываем в течение 10-15 секунд до полного растворения. Разводим концентрат до 10 литров любой емкости, в моем случае это пластиковая лейка. Поливаем каждый томат под корень из расчета 1 литр под 1 куст. То есть одной порции готового раствора мы подкармливаем 10 корней томата. Результат подкормки хороший, обязательно еще раз повторю ее пару-тройку раз. Напомню, что многолетникам азот надо давать строго до середины лета, а однолетники можно кормить весь сезон. Всем спасибо за просмотр. С вас лайки и колокольчик, а также подписка, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны на мой канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!